Приветствую тебя, мой дорогой друг. Ты на канале Хаб ТВ. Меня зовут Иван. Продолжаем прохождение Сабанавтика ниже нуля. Прошлая серия вышла у нас достаточно такая плодотворная. Мы неплохо облагородили базу, построили много нужных всяких штук. Сейчас будем продолжать. Я думаю, будем заниматься, наверное, тем же. Как-то облагораживаться, переносить материалы. Я хотел все убрать оттуда. И как-то пометить нашу зону, то есть построить маяк нужно. Нужно построить, что пометить, что это все-таки уже наша территория. Так, медная руда, титан. Тем более эти маяки стоят. Ну, всего лишь медная руда и титан. Что у меня на руках было? Медная рука. Медная руда или титан, я не помню. Так, вот так. И, кстати, сигнальную ракету можно сделать из кристаллической серы, которая у меня есть. Ремонтник можем сделать. Ой, вот ремонтник очень нужен. И прямо сейчас его и сделаем, что у нас останавливает с тобой. Потому что все-таки машину нашу ломают. Машину ломают нашу. Медную руду я потратил. Медная руда у нас есть. Она у нас тут. В прошлой серии мы опробовали с тобой материалоискатель. Сложная штука для использования. И, кстати, вот я сейчас, знаешь, что заметил? Мы сейчас с тобой опять днем это все делаем. Строимся, облагораживаемся. А потом мы поплывем заниматься своими делами. Когда? Правильно, ночью. Так, сразу же его подпишем, чтобы мы понимали, что это за история, что у нас здесь. Это будет база 1. Не знаю, почему 1. Буду ли я строить вторую, не знаю. Может быть, буду, может быть, нет. Но пока это база 1. Готово. Каким цветом он его? Оранжевым подрисует. Нужно убрать лишнее сейчас с пилу. О, сигнал, кстати. Вот посадочную капсулу мы отключим. Она нам не нужна. И базу 1 мы пометим другим цветом. Мы пометим ее зеленым. Вот, чтобы выделялось. Ну, не знаю, хочу, чтобы выделялось. Я, знаешь, что сейчас подумал? Прямо сейчас подумал. Надо построить. Сейчас соберем эти вот штуки. Надо построить нам с тобой кровать. Чтобы мы могли спать и ночь-то переждать и отправляться днем, например, в путешествие. Несколько видов кровати, ничего себе. Я, наверное, узкую себе построил, такую нам широкая не нужна. Зачем? Чтобы много места занимало. Хотя тоже, знаешь, кровать строить в одном помещении с всем этим оборудованием как-то мовитон. Давай соберем титана, построим еще один модуль под кровать. Наверное, расширим ее вот в эту сторону, сюда. Где наши палубы? Стеклянный отсек поставить, может, для красоты? Чё б нет. Ну, пристыковался, да? И а сюда? Чего не хочешь? Странно, сюда вот к этой не хочет. Знаешь, давай не стеклянный, все-таки я подумал. Он стеклянный снизит прочность, нам нужен металлический. И что у нас, титан закончился? Да ну не смеши ты меня. Я ощущаю местоположение важного артефакта и передам координаты, чтобы ты его могла поискать. Поняла. Мы потом отправимся туда. 500 метров. Еще и глубоко. А, он, может, сюда не хотел строить из-за того, что здесь растение стоит. Как его, интересно-то, снять? Видимо, не так. Вот так.
по-другому поставим их, как мы сделали это на втором этаже. Так будет компактнее и поприятнее. Вот эти штучки. Раз. Я понимаю, что уже как бы там растения полностью были готовы, выросли. Ничего страшного, вырастут еще раз. Я думаю, мы с голодухи за это время не помрем. Раз. И два. Тем более на втором этаже, помнишь, они у нас растут. Титан нужен взять. Батарейки почти зарядились, это хорошо. Вот, нет, не та кнопка. Блин, если мы сюда поставим модуль, он конструкцию нашу ослабит. Может сюда просто купол поставить, обсерваторию туда и все. А давай. Эмалевое стекло. Так у меня эмалевого стекла нет. Тогда пока без купола. Комната сканирования. Вот, кстати, и комната сканирования. Многоцелевая комната. Он сюда станет? Станет. Почему и не, почему бы ей сюда и не стать, да? Давай ее, короче, строим. Посмотрим, насколько вниз уходят эти ноги. Ну, как-то, знаешь, так уходят они. Порядочно. Жидкости, господи, я подумал, на меня напали. Я знаю, что это не сильно надежно, но мы можем сделать что? Можем поставить вот усиление корпуса. Литий нужен. Мне подсказали, кстати, где найти литий можно. Мы этим займемся. Не знаю, в этой серии или в следующей, но обязательно займемся. Так, сейчас мы будем с тобой ставить, как-то обживать эту комнату нашу. Нам она нужна обязательно. Здесь у нас будет какой-то такой мини-жилой отсек, и в ней мы построим сейчас кровать. Можно уже, кстати, иду в спальню, почему бы и нет. Так. Почему бы и не двухспальную кровать? Почему бы сделать и не двуспальную? Так, что мы здесь построим? Кровать. Стол, стул. Ну, нам пока нужна только кровать, чтобы переждать ночь. Не хочу я ползать днем. Да, сетчатое волокно. Да чтоб ты в рот ебался, блядь. Из чего делается сетчатое волокно? Из водорослей. Пошла нахуй. Так, достраиваем эту блядскую кровать. Кстати, я неровно поставил. Так, вроде ровненько. Мы можем спать, да. Давай поставим люк. Понимать, что у нас там на улице день-ночь. Стекло нужно. Стекло делается из кварца. Почему я, кстати, сделал вот этот коридор, а не прицепил эту комнату сразу напрямую? Я в этом коридоре буду делать хранилище. По всей стенке я повешу ящики. Я так уже делал. Проверенная метода. Не, слушай, как-то можно от этого избавиться? Быстрый слот только назначить. Эти как бы ящики уже нахер не упали. А, блядь, я же стекло не сделал. Не надо тогда вот так взять.
сделать два стекла, и я хочу два люка сделать. Я понимаю, что не жесткость корпуса уменьшит, но что поделать. Смотри, ночь настала, и энергия упала, потому что у нас сейчас работает только биореактор. Можем стол построить. Уж прям такой огромный этот стол, места так много занимает. Меня эти контейнеры раздражают. Потом найду, что с ними делать. Запас жидкости. Надо сползать сейчас на второй этаж, посмотреть, выросли ли там это наше дерево. Нет, еще не выросло. Где-то у меня были припасы. Похавать тоже нужно. А у меня воды нет. Где-то в этой стороне моя гравиловушка с рыбой. Тише, я где-то здесь выпускал. Вот прям тут. А вот же она. Чё она не отрисовалась? Странно. Пузырь. Тоже пузырь. Это ещё эту надо. Кстати, грай в ловушку два переместим. Поближе к дому, чтобы не ползать каждый раз так далеко. И вот тут где-нибудь. Пускай будет. Так, воду сделать. Вот что я хотел сделать. Казалось бы, воды-то вокруг, да, херья. Но пить ее нельзя. Одну бутылку положу, две выпью. К тому времени, когда мне в следующий раз понадобится вода, уже должны будут вырасти мои растения. Место позавтракать. Магнетит. А что такое магнетит? А магнетита-то у меня и нет. Ну, пускай здесь висит, я потом этим дособираю. Так, мы пока колупались, уже и день настал. Давай скидывать все лишнее и отправляться дальше. И вот как раз я продемонстрирую, как я буду развешивать эти ящики. Вот так вот. Титан. Титан заканчивается. Надо титана понасобирать немножко. Ну, типа вот под этими штучками, чтобы оно более-менее ровно было. Пока два ящика хватит.
Мы сюда ионные кубы скинем. Мы скинем сюда сигнальные ракеты «Снежок». Минералоискатель, как оказалось, херня. Но такая, знаешь, спорный вопрос. Он как бы и помог, но и не сильно. Так, титан мы сюда откидываем. Отложение соли это во всякую всячину. Золото нам нужно в редкое закинуть. И сюда же свинец. Хорошо. Так, батарейку мы сейчас поменяем перед отплытием, потому что она заканчивается. Фаер возьмем, а это из этого мы еще сделаем воду с собой. Что воды-то немного. Выросла, ты где уже? Здесь пока есть чему перерабатываться. Подкрепились и в путь. Батарейки. Хоть соточную взял. Ну все, мне по сути-то... А, в строитель нужна батарейка. Остальные сюда закидываем. Все, путь. Да, так, куда поплывем-то? Может сплавать на это задание? Вон туда. Артефакты архитектора. Или знаешь, куда мы сплаваем? Нам нужно поискать литий. Мне подсказали, где его можно найти. Где-то в той стороне. Слушай, а может сплаваем на Дельту, карту отсканируем, про которую мне писали. Давай, слушай, нам, наверное, по дороге будет туда это все сделать. Можно не париться уже за целостность нашего мотылька. Я нашел ремонт, ремонтник сделал. Можно смело плавать. Давай, мы, наверное, быстрее до Дельты доберемся, чем до того биома, где есть литий. Поэтому сбегаем и отсканируем карту. Там град идет какой-то. Что ты будешь делать, а? Да поднимись ты, твою мать. Так, вспомнить бы, куда я бегал тогда. На нас же тут где-то эта жезанута еще напала. Наверное, здесь. Еще нужно повыше подняться, и там все будет. Это однозначно. Но не прям к самой антенне нам нужно. Нет, не сюда. Ладно, пошли к антенне. От антенны-то я помню, как идти. Там-то особо и другой дороги нет. Или есть. Не хватало еще здесь блутать. Так, будем искать, я не помню. Дороги я не помню. Блять, куда я вообще залез? Можно похавать.
Так, ну это та пещера, в которой мы, в принципе, тогда и нашли эти штуки первый раз. Мы случайно не с этой стороны тогда пришли? Давай по этой дороге пройдем, куда-то же она ведет. Кто остров показался мне побольше, чем есть на самом деле. Я что, блядь? Так, лестница. Мы по лестнице поднялись. О, пингвин. Пингвин накрыл даже. Ну, исследовали, исследовали. Хорошо, пускай будут. Там такая еще, знаешь, дорожка была к этим... К этим модулям. Типа на эту похожа, но это уже не она. Уже не похожа. Блять. А? Ладно, у меня пока один ориентир. Антенна. Слушай, я думал, сейчас по-быстрому заскочим, отсканируем и пойдем. А тут опять возимся, блядь. Куда тут идти? А что он хотел взять? А, видите? Пускай будет. Будет. Это хорошо, видите, это хорошо. А, ну вот, это исследовательская штука, которая тут была. Сюда, что ли, мы шли? Не знаю, если уже ползаем, то давай хоть полутаемся. Вот здесь вроде как она на нас нападала. Вот, да, вот это все. Все, пришли. Так, в первом модуле, это в этом, наверное. Где здесь, какую карту пропу... А, ну, конечно, блядь. A map will come in handy. I should be able to find my way to Phi Robotics, where Sam worked. Где-нибудь карта отображается? Карта нигде не отображается. Смысл от нее? Так, ну хорошо, смотри, мы находимся где? Там, это что здесь за зеленая херня? Вот мне говорили, что там, где есть литий, вот эти кувшинки обитают. Мы-то где находимся? Здесь, что ли? Хер его знает, где мы находимся. У нас же здесь нет никакого обозначения, ничего. Но тут все остальное мы отсканировали. Больше мы чего здесь не должны были оставить. Давай еще посмотрим. По столам на всякий случай. Мало ли что-то я пропустил. Ну, типа вот этого. И тут у меня ас реагировал на что-то. Плакат забираем. Так, ладно. На выход тогда. Все. К мореходу. Дай-ка, стой, подожди. Может, скриншот этой карты сделать на всякий случай, чтобы каждый раз не искать ее. Дальше сделаю скриншот. Все. Когда она нам пригодится, мы, собственно, его можно положить. Смотри, у меня в быстрый доступ попал. Его можно типа положить. Так, где мореход? Там. Высоко тут падать? Ну, блин, мне кажется, точно убьюсь. О, у меня ливень пошел. Такой, знаешь, летний ливень.
Солнце светит и льет просто как из ведра. Не, нахер я убьюсь, блядь. Не забываем, у нас здесь температура-то тоже заканчиваться имеет свойство. Теперь будем искать дорогу обратно. Теперь будем заниматься этим. Так, ой, нет, не сюда. Или сюда. Вот, нет, сюда, где была оградка эта. Станция Дельта. Потом в эту пещеру. Ну, ладно, выйти-то проще. У меня есть ориентир на мореход, поэтому... Это не страшно. Погода еще хорошая. Вообще замечательно. Ну, здесь не должен убиться. Хотя возможность была. Я смотрю, она высоту вообще не любит. Ну вот, мы и вышли. Так, тогда прыгаем в мореход. Слушай, если это остров, походу тот остров, мы были, он посередине находится. Вот этот вот, в котором мы сейчас были, на карте он посередине. Это что? Пилот, последние известные координаты. Это которая убежала от нас, это, ну помнишь, эта штучка в экзоскелете. Пока мы за ней не будем отправляться. Слушай, похоже, это... мне биом этот, ну, показывали, как он должен выглядеть. Вот он очень похож на это. Кристаллическая сера. Что очень литий нужен. Кварц тут есть. Кварц заберем. Тихо. Подходи, блядь. Не ожидал? Не ожидал, я спрашиваю. Во, литий найдешь? Он просто валяется, он даже не в куске чего-то, он просто как литий, как валяется и все. А вот и нашел. Мы, видимо, на верном пути с тобой. Вот он. Это же литий, да? Отлично. Да, вот этот биом, но, кстати, он тогда был на поверхности. Давай сейчас поплаваем здесь в округе. Может, мы сможем найти участок на суше. Где он? Кто там? Давай, по одному, блядь. Тоже отсканируем, пускай будет, чтобы, знаешь... Хочешь, чтобы отсканировали? Отсканируем. Соль уже не нужна. Блять, ну серьезно, вот прям под кораблем. И что у нас наступила ночь? Чтобы запомнить, где литий лежит, станция Дельта и налево. И мы здесь сможем найти литий. Здесь будем ползать или будем искать на поверхности что-то? Кварца много, кварц надо собрать. Казалось бы, не сильно редкая штука, но пригодился. И не один раз уже. Из кварца стекло делается. Потом... Поблизости обнаружена корма космического судна. Где она? Не функционирует. Так где она? Что-то мне не отметил. База, схрон, причал, артефакт. Может, это она имела в виду про вот этот след? Последний известный координат. Чтоб мы типа за ней пошли, и мы, ну, по сюжету двинем. А может быть и нет. Слушай, у меня ремонтник с собой, давай мы пока, может... Поремонтируем немножко автомобиль. Спокойнее просто, когда он целый. Согласен?
мне спокойнее будет. Что, поищем лития еще? Литий нужен для улучшения. Опа. А вот это интересно. Не помню для какого. Но я помню, что я вот прям увидел, подумал, блять, нужен литий. Операторская. Мы какую-то нашли операторскую. Интересно, пригодится ли она нам? Фрагмент модуля изготовителя морехода. Один из трех. Бля, что-то много фрагментов этих. Батарейку нашли, пускай будет. Батарейки нужны. Тоже пригодится в нашем путешествии. Модуль аквариума морехода. Ёпа, народ. Так к мореходу типа дополнительные модули. Интересно. Прикольно сделали. Он типа стыкуется. Ну, она похожа, что там. Можно что-то пристыковать сюда, видишь, такой он как обрубок. Вполне вероятно, что мы сможем туда что-то сзади докидывать. А это просто фрагмент морехода. Ну, мореход у меня есть. Фумарола. Я не понимаю, тут какая-то акула пизды получить хочет или что? Разоралась тут, а? Так мы сейчас быстро выпишем. Кварц и соль и литий. Лития давай поищем. Сейчас, наверное, запустим сканер. Он еще где-то видит литий. Вот. Нашел еще. Кварц тоже возьмем. Прям разрывается, они что-то вокруг, этот литий просто разбросан. Инвентарь полон. Что мы выбросим? А мы выбросим титан. Или мы скушаем что-нибудь. Давай скушаем, попьем. Похоже, вот эти штуки меня коцнули. Ёпта, тут лития, тьма просто. Ага, ты хочешь порамситься. Кислород еще закончился. Oxygen. Хорошо, что есть глайдер. Без глайдера мы бы далеко не уплыли. Здесь была куча лития, я боюсь его потерять. Вот тут, вот они. Я еще титана тут сбросил. Короче, за литием надо плыть, ты понял. Плывешь к дельте и налево поворачиваешь. Смотришь на вот этот причал прямо и налево. И тут его вот прям россыпью. Сколько душе угодно собирай просто.
кварц, литий, все здесь. Титан пришлось выбрасывать. Титан жалко. Хороший материал. Его недооценивают просто. Так, ну мы в принципе-то подлутались. О! А, ну это что место, где мы были? Неплохой ориентир, вот эти развалины и тут прям вокруг литий. Слушай, от морехода отплыли далеко. Давай возвращаться. Так, поплыли на базу. Смотри, 700 метров от моей базы в... Что, в южном направлении получается? Хотя нет, смотри, северо-запад. И ровненько на 360 разворачиваемся. На юго-восток. 700 метров на юго-восток. Легко. Легко запомнить. Вот для этого компас и нужен. Я спокойно сейчас сюда смогу вернуться, если мне будет нужно. 700 метров на юго-восток. Надо бы записать, что я забуду. Так, лития набрать. Сейчас посмотрим. Литий вроде должен, нужен был для улучшения вот этого морехода на глубину. Потому что нам сейчас нужно плыть к этому фрагменту архитектора, который он нам дал, подсказку. А она там 500 метров и вниз. То есть я думаю, что метрах в 300 она спокойно будет на глубине, если не больше. О, эта клетка, кстати, вот здесь, которую мы уже находили. Тоже она оказывается недалеко от нас совсем. Я тоже думал, я же тогда на мореходе на этом на плавал. На глайдере. Слушай, мне сказали, знаешь, что про этих вот тварюшек? Что они. Да, слушай, они эти. Не опасно, они мне что-то дают. Блин, слушай, а я бы ковал на них. Давай выбросим что-нибудь возьмем. Давай выбросим. Давай мне титан. Спасибо большое. Спасибо. Они хорошие, оказывается. Блять, жалко, я там на одного ножом полосовал. Ну, больше так делать я не буду. Приплыли. Сейчас посмотрим модуль улучшения на глубину морехода. А, эмалевое стекло нужно и пласталевый слиток. Вот для пласталевого слитка нам и пригодится литий. А эмалевое стекло нам нужен алмаз. Алмаз я пока понятия не имею, где искать. Это будет сложный квест. Так, сюда литий отправляем. Мы неплохо, кстати, лития набрали, пускай будет. И литий нужен еще для укрепления базы. Поэтому оно пригодится. А здесь будет кварц. Здесь много всякого хватает, мы это в другое место закинем. Здесь будет кварц. Так, батарейку верни. Угу, это сюда. Титан сюда. Соль в разное закинем. Бляха, я оказался на втором этаже. Я случайно на лестницу нажал, и я не понял, что произошло. Так. Соль мы в разное закидываем. И кварц отправляем обратно в ящик.
Так, ну что, мы снова освободились и готовы плыть в путь. Где мне алмаз достать? Я даже не знаю. О, выросли. Можно похавать. И эти выросли, их тоже. Кстати, что у нас по биореактору? Вот загрузим одну. Не влазит больше. Вот я про это тебе и говорил. Так это и должно быть. Так, давай сейчас батарейки по с ним поменяем. А, есть соточная, кстати. Вот почему он, блядь, сразу врубает? Так, у меня 4 заряженные батарейки есть. Это хорошо. Где строитель? Вот он. Что мы можем построить? Динамик музыкального автомата. Вот, кстати, модификационную станцию надо бы сделать. Но опять же, алмаз. У меня его нет. Шкаф пока не нужен. Это украшения всякие. Урна. Навсегда разбирать ненужные предметы и безопасно выпускать составляющие их атомы в атмосферу. Ну, это просто утилизатор. По факту. А вот здесь у нас что появилось? Обсерватория. Операторская. Рабочий центр для контроля и управления энергией жилища, структурной прочностью и эстетическим дизайном. Интересно, я такого не встречал. Ну, пока мы здесь ничего такого интересного не можем построить. В принципе, пока с базой закончили, нам нужно найти алмаз и нам нужно сделать вот это вот улучшение морехода, чтобы он мог нырять глубже. Давай мы сейчас все открепим и закрепим сюда, чтобы алмаз висел. Потому что, опять же, тот же человек, который мне сказал, что можно сделать, ну, что эти обезьяны добрые, они тебе могут принести что-то из того, что тебе нужно по рецепту. То есть они такие видят, типа, что у тебя чего-то не хватает, и приносят. Что я еще могу сделать? Что мне еще? Так, обычный, большой, ласты есть. Термос не нужен. Инструмент, сканер есть. Вот инструмент исследователя, может быть, пригодился бы в пещеру, когда лазить. Но как-то пока... Пока не нужно. Еда не нужна. Да, можно будет плыть, короче, спокойно. Мы сейчас все освободились. Сплавать на артефакт архитектора. У нас тут прям под домом полезные ископаемые лежат. Медь. А мы не собираем. Позор. Как это можно так? Так, я смотрю, кстати, наше время тоже к концу подошло. Можно уже заканчивать серию. Спасибо, что досмотрел эту серию до конца. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, следи за моим каналом. Всего тебе хорошего, самого лучшего, замечательного. Счастливо, пока, до свидания.